Есть такая Елизавета Глинка. Королева бомжей не слышал? Сейчас будете нам мешать, они вам нахрен все разнесут. Я понятно сказала? Серьезные люди недовольны. Съезди сам. Оформи как надо. Что, сильно она накосячила? Лет на 5. Мне нужен морфин. Я не дилер, я врач. Там всего 4 кубика, это ребенок. Ребенок не ребенок, разница-то какая? Ты забыл, где мы живем? Она мне там орет от боли! Красивая ж баба, муж, крутой адвокат. Я все сделаю, я все успею. Дети. Ничего страшного не будет, если ты на один день выключишь телефон. Чего тебе не хватает, а? И что ты так каждый день? Че? Помогаешь всем этим людям. Ну как, они же люди. Ну а ты бы что, не помогал?